Собравшимся с обеих сторон монитора предстояло обсудить ход работы по образованию избирательных округов и участков, формированию участковых избирательных комиссий и кадрового резерва. Напомним, что этого требует 157-й федеральный закон, предусматривающий также, что работа всех избирательных комиссий будет осуществляться на постоянной основе. Уже в марте этого года в 4 территориях области должны пройти выборы глав сельсоветов и других представительных органов местной власти. Сейчас проходит этап регистрации кандидатов, он заканчивается завтра. В настоящее время есть у нас уже первые положительные итоги проведения избирательных процедур на данных территориях. И в целом они показывают готовность избирательных комиссий провести выборы в соответствии с законом надлежащим образом. Сейчас мы на этапе ведения переговоров получили очень хороший, добрый ответ от политических партий о том, что работа идет и работа будет выполнена в соответствии с рекомендациями, в том числе избирательной комиссии Оренбургской области.